Всем привет-привет! Распустилась у меня вот такая красавица. Котлейка. Камера цвет передает точно. Не шикарнючая губа. Лепесточки. Вот эта желтиночка, которая внутри. Ну вообще солнышко. Ее я очень-очень сильно люблю. Смотрите, какие рюшечки. Это котлейка моя первая котлея. Начинала я только с фаленопсисов. Были одни фаленопсисы. И вот эта котлеечка, это первая котлея, которая у меня появилась. Я точно не помню, когда я ее купила. Лошадка большая. Когда я начала уже ставить такие маркировочки, стикеровать, да. Я вспоминала 2016 либо 2017 год. Но может быть даже и чуть раньше. Почему-то у меня 2014 год вспоминается. Я не могу найти фотографии. Я вот точно знаю, что в 2017 году она уже на телефоне есть у меня фотографии, которые сохранились. А до этого фотографии сохранялись на карточку, которая встроена была в телефон, и эта карта сгорела. И вот я, к сожалению, ее так и не восстановила, и не могу сказать, и не могу, вот, честно, вспомнить, когда я ее же купила. Как она называется? Я не знаю, как ее правильное название, потому что это был голландский гибрид. Но я искала в просторах, по просторах интернета. И, может быть, это она. Может быть. Утверждать не буду. Цветет она постоянно и регулярно. Единственное, что вот после пересадки в 2019 году пересадочка была в мае. Она, получается, летом не цвела. Цветет она у меня два раза в год. Она цветет примерно летом и вот в такое зимнее время. Расцвела она на два цветочка в этот раз. И вот как бы единственный раз она вот тот год, 19-й год, она пропустила. Или 20-й год. Не буду врать, я даже где-то видео снимала, что котлеи после пересадки, как они себя нехорошо у меня повели. Некоторые там пересаживались, и зимой я их пересаживала, не помню, чего меня дернуло их пересадить и зачем. Аромат. Пахнет она, ну, обычной котлеей, в принципе. Единственное, что вот, когда солнышко, когда солнечный денек, конечно, аромат у нее божественно, нереально сильный. Ее очень-очень хорошо слышно. А так, в принципе, как бы, если солнышка нет или уже вечером, как бы, тогда уже носом надо вткнуться, чтобы услышать ее котлейный ароматик. Вот такая красоточка. Коротенькое видео. Но не могла я вам ее не показать. Цвет точь-в-точь. Еще раз повторюсь, вот камера как никогда передает. Может, чуть-чуть. Ну, сейчас я выгляну. Чуть-чуть темнее, может быть, вот. Чуть-чуточку. А так оттеночки все ее. Вот такая красоточка. Второй цветочек отвернулся. Кто куда. Ладненько, я всех люблю, всех целую. Всем пока-пока!